канале любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не затеряться в просторах интернета. Сегодня мы будем рассматривать мотив и основной узор для очень красивого летнего топика. Мотив легкий, вяжется быстро, основной узор еще легче. Итак, мы начинаем. Для начала нам надо набрать 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Заходим в первую петельку и вывязываем соединительный столбик. Рабочую нить не цепляем, а первую и последнюю соединяем вместе. Кольцо связали. Теперь нам нужно набрать 2 воздушные петли. Входим в кольцо и вывязываем 3 столбика с накидом. Ниточку прячем по ходу. Вот так придерживаем и прячем ее. Один столбик, второй, третий. Так как 2 воздушные петли нам заменили столбик, мы сейчас провязали 4 столбика с накидом. Набираем 5 воздушных петель. 4, 5. Входим в кольцо и вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3. 4. Подтягиваем то, что мы сейчас провязали, навязали. Вот что у нас на этот момент получается. 5 воздушных петель. Входим в кольцо и вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Подтягиваем. Пять воздушных петель. Входим в кольцо и вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Подтягиваем. 5 воздушных петель. Заходим в кольцо и вывязываем 4 столбика с накидом. 4. Пять воздушных петель. Входим в кольцо и вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь 3 воздушные петли. Входим во вторую петлю подъема, вот она у нас 1, 2, и вывязываем 1 столбик с накидом. У нас должно получиться 6 таких групп. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тем самым мы начинаем сразу второй ряд. Для второго ряда нам надо набрать 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И теперь мы будем работать вот с этими арочками. Мы заходим под арочку и вывязываем соединительный столбик.
7 воздушных петель. Заходим в подарочку и делаем соединительный столбик. 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Заходим в подарочку и вывязываем соединительный столбик. 7 воздушных петель. 5, 6, 7. Заходим в подарочку и вывязываем соединительный столбик. 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в подарочку и вывязываем соединительный столбик. Теперь будьте внимательны. У нас осталась последняя такая вот арочка. Нам, смотрите на схему, надо связать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И смотрите, как на схеме нарисовано. Мы делаем накид на крючок. У нас в начале ряда вот было 3 воздушные петли. Мы в третий столбик входим и вывязываем столбик с накидом 1. Тем самым мы сделали точно такое же кольцо. Теперь смотрите, что делать дальше. Мы набираем 2 воздушные петли. 3 петли воздушные. Возвращаемся назад. И во вторую петлю мы вывязываем соединительный столбик. Тем самым мы связали пико. На схеме оно обозначено. Теперь тот столбик, который мы только что провязали с накидом, мы заходим под него и вывязываем столбик с накидом. 1. 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание. Вот сюда, вот где 2 вместе входят, соединяются петли. Вывязываем соединительным столбиком еще одно пико. Смотрите, давайте еще раз. Заходим в подарочку. Вывязываем столбик с накидом. Связали 3 воздушные петли. Возвращаемся назад в основание и соединительным столбиком вывязываем пико. И последний столбик под эту арочку. Столбик с накидом. 3 воздушные петли. Возвращаемся назад в основание и соединительным столбиком вывязываем пико. Тем самым мы начали уже вязать третий ряд. Теперь мы заходим в следующую большую арочку и вывязываем точно такие же столбики с пико. 1 столбик с накидом, 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание и соединительным столбиком вывязываем пико. Заходим в подарочку, вывязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание и вывязываем соединительным столбиком пико. Столбик с накидом, 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание, в то место, где у нас 2 петли вместе. Соединительным столбиком вывязываем пико. Столбик с накидом. 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание и вывязываем соединительным столбиком пико. Столбик с накидом. 3 воздушные. Пико. Столбик с накидом. 3 воздушные, пико. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Мы провязали первые 6. У нас должно получиться вот так. Давайте попробуем еще раз провязать одну арочку, а далее будем вязать самостоятельно. 6 провязали. Заходим в следующую арочку и вывязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Возвращаемся в основание. Соединительным столбиком вывязываем пико. Столбик с накидом. 3 воздушные. Возвращаемся в основание и вывязываем пико. Столбик с накидом. 3 воздушные. Возвращаемся в основание и вывязываем пико. Столбик с накидом. 3 воздушные. Возвращаемся в основание. Пико. Столбик с накидом. 3 воздушные. Возвращаемся в основание. Соединительным столбиком пико. Возвращаем. Столбик с накидом. 3 воздушные. Возвращаемся в основание. Пико. Тем самым, довязав до конца, у нас получится вот такой мотив. Круглый. Шесть провязали, считаем, помним, что у нас их 6. Заходим в следующую арочку, столбик с накидом, 3 воздушные, заходим в основание соединительным столбиком пико, столбик с накидом, 3 воздушные, пико, столбик с накидом, 3 воздушные. Соединительным столбиком пико, столбик с накидом, 3 воздушные, пико, столбик с накидом, 3 воздушные, пико, столбик с накидом, 3 воздушные, пико. Мы провязали еще 6. Провяжите эти 3 арочки самостоятельно. Довязав почти до конца, у нас остается 1 элемент. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но этот не считается. 1, 2, 3, 4, 5. Провязав 5 элементов, обратите внимание, под словом пико на схеме у нас там отдельно стоящие 2 столбика с накидом из пико. Мы теперь, провязав 5 элементов, заходим в последнюю арочку, где у нас было уже провязано 3 столбика и 2 воздушные петли и пико, мы заходим под эту арочку, вывязываем 1 столбик с накидом, 3 воздушные, возвращаемся в основание, соединительным столбиком вывязываем пико, вывязываем второй, точно такой же столбик с накидом, 3 воздушные. Возвращаемся в основание. Вывязываем соединительным столбиком пико. И теперь мы практически элемент связали. Теперь нам надо его просто соединить. Как мы это делаем? Мы заходим
первую петлю в пико, вот где у нас было, вот здесь вот 2 воздушные, вот они 1, 2 и 3 петли пико. Мы заходим в первую петлю и вывязываем соединительный столбик. Все, ниточку можно рвать, элемент связан. Таким образом, у нас теперь 2 элемента имеется. Теперь, глядя по фотографии, там соединение элементов происходит вот здесь, вот над этими, лучиками. Вот так. Значит, нам как получается? Нам что получается надо сделать, чтобы соединить этот элемент? Если соединение идет по 2 от каждого лучика. Вот у нас лучик. И идем вверх и видим, что вот соединение. Нам надо соединить 2 вот этих пико. Что мы делаем? Мы соединительным столбиком заходим в одно пико соединительным столбиком, во второе пико. Кто знает, как соединять, ну, можно, наверное, по-своему. Я бы, наверное, делала так. Теперь получается, вот у нас эти 4 пико, вот они, 4. И здесь получается 4. Ну, в любом месте, где-то вот они 4. Нам их надо соединить. Мы заходим в первое пико, прям внутрь, вот сюда. Да? И здесь в пико. Вот так. И соединяемся. Дальше нам надо в следующее пико зайти и в следующее пико элемента такое же. И тут. Нам надо соединить таким образом 4 пико. Все, элементы мы соединили. Ну и так вот, если безотрывное, то ну, ориентир у нас вот эти вот лучики. Мы соединительным столбиком переходим, подставляем третий элемент, соединяем 4, 2 от лучика, ну, до лучика и после 2. Вот они, 4 элемента. И на, на следующем элементе тоже мы подставляем 4. Просто каким цветом будете соединять, значит, вот у меня просто сейчас у меня получилось 2 разных. Я уж специально сделала, чтобы контраст был. А так, ну, если в эту сторону пойдете, получается соединительный столбиками. Сюда проходить до следующего элемента. И получится безотрывное соединение. На этом понятно, да, вроде? Теперь давайте мы это уберем, чтобы не отвлекало. Сейчас мы рассмотрим, получается у нас основной узор верхней части этого топика. Для примера нам надо набрать 14 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 воздушных петель. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли. Это 3 петли подъема плюс 1 воздушная петля по рисунку. Смотрите, да?
мы заходим в ту петлю, которую держали, и вывязываем два столбика с накидом из одной точки. 1, 2. Первый элемент связали. 1 воздушная. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую петлю и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. 2 воздушные. Заходим в следующую петлю. Обратите внимание, что это не из одной точки, не из одной петли, а из двух. И вывязываем 2 столбика с накидом из одной петли. Вот так мы связали. 1 воздушная. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в четвертую. Вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. 2 воздушные петли. Заходим в следующую петлю. И вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Мы провязали еще один элемент. 1 воздушная. Пропускаем 3 петли внизу. И заходим в последнюю. И вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. 1 воздушная. Из той же точки еще 1 столбик с накидом. Тем самым мы провязали первый ряд. Первый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. 1 воздушная петля по рисунку. Переворачиваем работу. Заходим вот первую арочку. У нас получается в прошлом, предыдущем ряду было 2 столбика и 1 столбик. Мы заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 1 воздушная. Теперь заходим под арочку и вывязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные. И в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь нам не надо входить 2 разные петли. Мы это делаем все в одну арочку. 1 воздушная. Заходим в следующую арочку между двумя элементами. Столбики с накидом. И вывязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные и в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1 воздушная между ними. И смотрите, в конце ряда мы заходим под арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 1 воздушная и в ту же арочку еще 1 столбик с накидом. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема, 1 петля по рисунку, переворачиваем работу, заходим в арочку, вот как делали это в предыдущем ряду, вот сюда. И вывязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, из одной арочки, 1 воздушная. Заходим в следующий элемент, в арочку между элементами, состоящими из 2 столбиков с накидом. В арочку вывязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1 воздушная петля между элементами, заходим в следующую арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные и в ту же арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. И в конце ряда мы заходим в арочку, пропускаем эти 2 столбика, заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом.
Одна воздушная, в ту же арочку еще один столбик с накидом. Третий ряд связан. Это у нас основной узор. Узор у нас идет, получается, снизу, да? Мы когда провязали вот эти вот, связали большие элементы, вот так, связали уже, получается, маечку, ну как, верхнюю часть топика. Нам же надо их как-то соединить. Смотрите на схему, да? У нас середина соединения получается вот от этой арочки. Ну, вот элементы стоят вот так. Вот так элементы стоят. У нас получается дырочки расположены, ну вот, посмотрите как по схеме. Вверх-вниз. И вот так вот. Вверх-вниз. Ну, как бы не криво, что вот это центральное, а петелька центральная. Вот. Теперь. Соединение происходит, значит, от середины. Если у нас тут их было 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединение происходит вот отсюда. Вот сюда надо цепляться. Когда будете соединять между ними, между элементами. Давайте попробуем. У нас тут получается как... Делаем петельку вот так, да, чтобы нам было удобнее. Ну, кому как удобно. Заходим между тремя пико. Крючком заходим, захватываем ниточку. Вот так вот провязываем одну петлю. Все, мы присоединились. Теперь у нас получается... Давайте покажу на этой половинке, а дальше будет то же самое. Мы, значит, цепляемся здесь. Здесь у нас будет одна петля, да? Вот так. Соединительная. Далее нам надо пропустить два пико. Смотрите на схеме, как нарисовано. И соединиться в одну арочку. Значит, мы заходим, вытягиваем ниточку. Как, когда будет однотонный цвет, мы заходим во второй пико, да, вот сюда вот. Сейчас. И сюда вот в арочку получается. И соединительным столбиком соединяемся. Когда будет один цвет, я думаю, не будет этого ничего видно. И провязываем петельку, чтобы у нас соединение было. Когда будет один цвет, ну, вот это уже всего не будет контрастно. Далее. Чтобы дотянуться, получается, вот до этой, надо пропустить два пико, и вот она следующая, да. Мы заходим соединительным столбиком. Опять же, мы по этим пико идем соединительным столбиком все время. Вот дошли до третьего пико. Теперь нам надо сделать один столбик с накидом. Делаем петельку и один столбик с накидом повыше. Заходим опять в петельку, вывязываем столбик с накидом. И тут... Получается, следующую арочку мы соединяемся. И одну петлю провязываем. Может быть, кто-то по-другому знает, как соединяться. Я же не против. Далее, смотрите, что там дальше. Мы идем в следующее пико. Вывязываем столбик с накидом в следующее пико. Столбик с накидом.
Напишите в комментариях, кто как соединяет эти мотивы. Так, у нас получается так. Теперь нам надо соединить, вот с этим соединиться. Со вторым пико второго элемента. Вывязываем столбик с накидом. Есть. Теперь. Мы цепляемся за основной узор и вывязываем столбик с накидом. Вот так. Далее. Мы заходим в следующий элемент. Мы же помним, что у нас вот здесь вот их вот они основные X4, которые мы цепляемся. Вот нам надо до них дойти. Теперь нам надо провязать еще один. Входим в следующий элемент пико. Вывязываем столбик с накидом. Нет. Входим в следующее пико, заходим, цепляемся за основной узор и вывязываем столбик с накидом. И далее мы вывязываем 1, 2, 3. И далее мы вывязываем 2 столбика без накида. Мы переходим соединительным столбиком, пико следующее, потом соединяемся в следующее пико. Вот у нас, который, у нас же их 6 было. Первое мы соединительным столбиком, а эти 2 нам надо привязать к основному узору. Заходим в первое пико. И во второй пико. Вот так. Провязали. И получается, мы соединились. Короче, как у нас получается? У нас получается два, когда мы присоединяемся, два столбика без накида, которые идут вот от этого лучика. Вот этот луч, от него вот 4 пико. Первый и 2. Вот мы привязываемся друг к другу всегда вот этими 2 пико. Значит, здесь у нас получается 2 столбика без накида. Потом 1 столбик с накидом. Потом мы присоединяемся вот эти 2 элементы между собой 2 столбиками. Отсюда от него мы вывязываем 1 столбик с накидом и присоединяемся с основным узором. Далее соединительным столбиком переходим. А, нет, когда мы здесь делали 3 столбика вместе, в следующий мы вывязываем еще 1 столбик с накидом. Один раз переходим соединительным столбиком и провязываем 2 столбика без накида. С этим делом мы закончили. Здесь, когда уже мы все свяжем, по краю у нас получается будут... Мы будем обвязывать край, вырез и пройму столбиками без накида. Ну и все, по большому счету, получается у нас, смотря на схему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 таких надо на одну сторону связать и 12 на другую.
сторону, и будет вам топик. Потом снизу пришивается кружево. Вот так. И сверху в пройму сюда тоже вшивается красивое кружево. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока!